Привет, дорогой друг! С тобой Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Ты знаешь, иногда бывают такие утра, когда тебе не хочется вставать с кровати, когда тебе кажется, что все не так, все не то, это не твое, когда тебе не хочется выбираться из постели в мир и что-то делать. Тебе хочется просто где-то спрятаться, укрыться от всего мира, и чтобы тебя никто не трогал и не беспокоил. И я сегодня как никогда понимаю тебя. И это нормально, на нас влияет очень много разного всего. И нормально, что иногда хочется спрятаться. Но сегодня, ты знаешь, я проснулась в таком же настроении. Мне было неохота вставать. Мне казалось, что все не так, все не то, и вокруг все не... Ну, что мир такой, куда не хочется вылазить, от которого хочется спрятаться. И знаешь, если бы не обстоятельства, я бы, возможно, так и лежала, так и осталась бы лежать в кровати и хандрить. Но у меня родители были дома в гостях, и мне необходимо было встать, мне необходимо было выйти к ним и подарить им любовь, а не свою хандру. И знаешь, что я сделала? Я воспользовалась очень просто безотказным для меня способом. Во-первых, я напомнила себе, что этот мир, он прекрасен, и что Вселенная любит меня. Что бы мне сейчас там ни казалось, как бы мне ни казалось, что что-то не так, что-то не то, не для меня, Вселенная любит меня. И если мне кажется, что что-то не то, то это мне кажется, это мое восприятие, но это не так. Вселенная любит меня. А потом, когда я уже себе об этом напомнила, ты знаешь, я воспользовалась просто восхитительным способом, который меня всегда выручает. Это музыка и танцы. Когда играет хорошая музыка, не знаю, как ты, но я просто непроизвольно иду в пляс. И мне очень хочется танцевать. И это может быть какая-то лирическая музыка, но для поднятия настроения я обычно выбираю что-нибудь очень хорошее, позитивное, такое чуть быстрого темпа. И я позволяю себе расслабиться и потанцевать. Когда никто тебя не видит, никто тебя не оценивает, тебе не надо никак, нигде, ни перед кем себя показать, но тебе надо дать возможность своим эмоциям выйти. Выйти из тебя с помощью танца, с помощью движения физического тела. Я одеваю наушники, чтобы не беспокоить никого вокруг, включаю себе музыку. Сегодня я нашла некую новую для себя музыку, которая меня очень порадовала, которая была очень такая хорошая, позитивная, веселая. И я под нее танцевала. Я подпевала слова, правда, шепотом, потому что не могла кричать на всю. Но я подпевала слова, и я танцевала. И танцевала, и кружилась по комнате, и хорошо, что у меня была возможность это сделать. И ты знаешь, с каждым новым движением я заряжалась позитивом. С каждым новым движением во мне просыпалась я. От меня уходила эта хандра, это не я. Хандра, это не я. И с каждым новым движением я понимала, что все это уходит, а остаюсь я, истинная я, радостная, счастливая. Я танцевала до тех пор, ты знаешь, пока не почувствовала, что вся хандра вышла, и что осталась я, живая, счастливая, радостная. Я, которая умеет любить, дарить улыбки и радовать людей вокруг. Вот она, настоящая я. И всей хандре как след простыл, как будто ее и не было. И мне хватило 5-10 минут на то, чтобы избавиться от своей хандры. Поэтому, друг, если тебе грустно, не грусти. Вспомни, что мы любим тебя, Вселенная тебя любит. Воспользуйся этим методом, включи себе любимую мелодию, любимого певца. Попой, если есть возможность петь во все горло, пой.
пой, кричи, выпускай из себя эмоции. Эмоции — это физическое, они на физическом уровне есть. Выпусти их из себя. Позволь себе расслабиться, позволь себе быть счастливым, позволь себе почувствовать себя настоящего. Не грусти, танцуй, пой, расслабляйся и наполняйся радостью. Наполняйся радостью и счастьем. Это то, что сделала сегодня я. И это работает. Я тебе обещаю, это работает. Не стоит себе позволять надолго опускаться в грусть. Наполняй себя радостью, наполняй себя любовью, наполняй себя счастьем. Используй все возможные способы для этого. Один из них — это музыка. Пробуй разное, может, ты найдешь для себя что-то лучше. Но для меня сегодня сработала музыка. Поэтому я делюсь с тобой своими методами. Делись со мной и ты своими. С тобой была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты точно можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.